Здравствуйте, это Клондайк, и я предлагаю вместе немножечко поиграть. Итак, интересное задание, которое они нам дали. Честное слово, я делаю его 2 дня, потому что нету времени сидеть. И у меня по 3-4 раза уходило для того, чтобы найти вот места. Смотрите, вот первый мужчина стоит. Тут у нас была первая точка, вторая точка, третья точка и вот последняя точка. Сейчас все мы это раскопаем. И будет готово. И теперь их надо, скорее всего, передвигать. Ну, конечно, вот на таких временных заданиях не совсем удобно, когда надо ждать время. Ну, когда постоянный остров, то куда ни шло. А тут по 3-4 раза, по 15 минут надо сидеть, надо в игре. У меня даже нечего было помощь поставить компаньону, я ставила на лабиринтах, потому что здесь было все занято. Так, собрать. Ха! Во как! Поехали. Получается, этот остров я очистила 100%, а первый только 94%, потому что меня не пускает дальше, пока я не сделала это задание. Так, ну что, отправляемся на локацию. А что у нас тут теперь? А тут у нас рулетка. Временный лагерь. Ну, подарок вообще ни о чем. Раз в 6 часов. Ой, да тут подарки, ну, так себе, скажем, 10 слив. Ну, пожадничали, пожадничали однозначно. Ладно, мы домой. Вернее, не домой, а на первый остров, который мы... У нас тут 94% из-за того, что не пускали. Вот просто нет, кусочек остался. Тут, кстати, рулетки как-то более или менее хоть поярче. Так, открываем. Где-то еще была рулетка. Ага. Ой, не открываем, нет. Комбо. Теперь. Еще не знаем, что нас здесь ждет. Хорошее и не очень. Хорошее и очень хорошее. Кто его знает. Так. Ну, видите, как выходит, что концовку до конца 100% расчистить этот остров сможет только тот, кто на втором все поделает. А иначе вот таких вот красавцев вам не видать. Ну ладно. По заданиям у нас что выходит? Починить 11 штук. Ой, как я рада, как я рада. Один? А чё ж их так много-то, а? Зачем, спрашивается? Давайте так, починить-то я их починю, но прежде чем их начать чинить, я до них сначала доберусь. Как-то так. До всех сразу. Хотя бы, знаете, зачем? Чтобы понять, одинаковое ли надо для починки. Ну да, вроде как. Ага, тут уже ничего крупного такого нету. Так что помощь компаньонскую можно... А что я... Сколько вы сказали? 11? Раз, два, три, четыре, пять. Что-то я слабенько считала. А еще где? Это ж не то совсем. Ладно, сейчас разберемся. 90 понадобится. 90 сейчас сделаем. Так. 35. Ну, тогда я поехала за материалом, что ли. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, нет слов. Не знаю, в общем, я привезла на 5 штук, потому что, ну, больше я не видела. Если что, я... Ой, стоять. Привезу еще. Так, 90. Домики. Раз. Домики, ой, два, домики, три, алло, домики, что у меня вообще не получается с этими домиками, может, а, изумруд, это хорошо, так, а сколько стоять засчиталось, три,
Подождите, а эти домики не надо делать, да? Так, показывайте. Ага. Тут не все домики-то. Не все, оказывается. Представляете? Ну, я, конечно, молодец. Я тут навезла непонятно чего и непонятно зачем. Оказывается, там клумбы. Во как. Объекты. Ну, правильно, они же не сказали, что это все домики. Они сказали объекты. А кто был невнимательный, это его проблемы. Это типа обо мне. Так, ладно, продолжаем. Тут у нас ни о чем. Тут у нас вот так. Раз. Прям как-то так мало объектов мне все равно. Или это я такая жадная? Мало мне, мало. Ну, спасибо. Ой, спасибо. Так, брус есть. Брус есть. Две цепи. А сколько осталось? Три. Брус не хватает. Ладно. Так, давайте продолжим. Или закончим. Или как-то так. И на Йентом задание закончилось. Интересно, это последнее задание было? Ну, скорее всего, да. Какая удача. Действительно. Ой, дочистить там осталось совсем чуть-чуть, 4%. А нет, есть задание. Так, вручить. Дяденька, вам надо что-то вручить. А, у меня есть вид инспектора. О. И на этом конец главы, между прочим. Ну что, глава окончена. Миссия выполнима, называется. Да, затянулась немножко в этот раз. В связи с тем, что мы ставили и искали. Но все же... О! Еще и нам прощальный подарочек типа дали. О как. Процента сейчас добью. О, помощь даже. Помощь это хорошо. Немножко энергии. А кстати, знаете, что хотела проверить на том острове? Теперь, наверное, уже не могу строить поисковики. Искать-то больше нечего. Ага, да. Детектор больше не создать. Ну, он больше и не нужен. В общем. Вот такая вот обнова. Пишите в комментариях, понравилось, не понравилось. Подарки мы почти все уже получили. Осталось мне теперь повывозить, дочистить. И на этом все. Дочищать будем быстро, потому что там 4%. И фишка в том, что ничего такого уже нету, да. Это самое крупное, это было единственное на 90. А так все такое, типа, маленькое и незаметное. Так, у меня клумба не стоит, стоит. Теперь еще все, потом это все повывозить. Ой, не забыть. Не оставалось ничего. И на этом все. Так. И еще одна глава, скажем так, в нашей игре подошла к концу. Но придет четверг и придет еще одна обнова. А на этой неделе нас ждут приключения в лабиринтах. Потому что лабиринты, они же просто бесконечны. Чист не хочу и чист столько, сколько кому захотелось. Ну, я в этот раз не сильно прям их вычищала. Как раньше, но что-то да почистила. И это тоже радует. А видео мы заканчиваем. Всем удачи в игре. Пока. До новых встреч.